Так, маленький обзорчик моей кабины Ман Командор. Что я сделал? Так, установил сиденье вот такое. Вот сиденье, оно очень мягкое, удобное. Подпоясничные регулировки. Подлокотничек. Да, регулировочка по высоте. Ездит оно по-всякому, вот такое сиденье. Вот. Обшивки дверные. Так, вот такие. Обшивочки дверные сделал. Так, здесь у нас еще. Так, ну все стандарт. Кстати, все датчики полностью, все ABS, EDS, и все работает, подогревы все работает. Вот полностью. Рация установлена в панели. Так, здесь такая панелька. Автономку включил. Вот здесь все на магнитиках у меня. Так вот, прилепляется стол. Сам вырезал, все обтягивал тоже под подсветкой красный вот здесь. То есть здесь ободок ночью красный светится, горит. Это все велюр красный. Велюр. Ну, вот здесь тоже такая обшивка дверная. Ну и пошел. Новые все карты. Так, вот так будет лучше видно. Вот такие новые карты. Новый спальник. Полностью с новой подушки. Со всем подсветки с обоих сторон. Здесь как бы бардачок подобный бы все сделал. Ну, вот здесь тоже велюр. Вот так вот будет. Получше видать. Вот везде как бы вот такой велюрчик. Вот. Потолок все это новое. Все обдирал. Вот. Так, бардачки. Вот так. Бардачки. В бардачках везде. Вот так я установил телевизор здесь. Как раз сюда вошел в тему. Вот. Тоже все идеально показывает. В бардачках везде провел неоновый свет. Вот. Так. Здесь, значит, что еще вам показать? Ну, а здесь по приборам. Люк можно и отсюда открывать. Ну, пожалуйста, когда спишь, идеально открывается, автоматически закрывается. Здесь как бы у меня ночник, когда спишь. Там тоже самое, ночник и все. Здесь у нас, так, это свет у нас. Здесь можно люк отсюда открывать. Вот круиз, ретарда, все кнопки, все работает. Вот зеркала поворачиваются, корректор фар работает. Да все полностью, все, что можно здесь, как по заводскому все работает. Так, здесь вот этот свет я включаю, когда еду потихоньку. То есть начинает свет ночью подсвечиваться, столик загорается. Вот этот бардачок ночью красным подсвечивается. Если видно на пальце немножко. Вот. Такая нить. Если включать, выключать буду вот так вот. На люке. Вот она загорается. Сейчас днем плохо видно. Потом столик подсвечивает здесь. Красным, если видно. И ноги. Подсветочка. У ног там тоже все есть. Вот. Есть вот такой свет. Включаю. Вот, если видно. Так здесь включается такая нить и полностью вот так здесь включается. Вот подсветка телевизора есть. Ну а если хочешь дневной свет полностью, это вот полностью вот дневной свет. Да и здесь куча всяких еще прибамбасы. Вот, то есть вот как бы это все вот так выглядит.
солнце еще в окно. Вот, это сиденье на воздухе. Автономка заводская 4 киловатта. Кабина, в принципе, так-то не гнилая. Лобовое стекло новое поставил. Спальник здесь я все переделал полностью. Все сам делал. Спальник как бы с подогревом. Автономка дует вообще щели. Водителю и пассажиру. Вот спальник я так сделал. То есть вот я его поднимаю. Поднимаю. Автономка идет, он там стенку обогревает. Всякая фигня у меня. Здесь еще дополнительный бардачок у меня тоже. Вот. Под обувь, под все кидать туда. Вот. То есть как бы вот так вот пружинки еще не поставил. Ну как бы вот все.